Приветствую всех, кто будет просматривать это видео. Сегодня хочу рассказать про свои эпипремнумы. Было у меня два вот таких сорта, как у всех. Мраморная королева и мраморное яблоко. Мраморная как-то Marble Queen и Marble Apple. Я показывала их в прошлом сезоне. Росли в одну длинную такую плеть. Вот этой весной я их порезала и посадила тут штук по 5, наверное, черенков. И вот такой вот получился пышный кустик. Очень мне нравятся именно вот эти сорта. Такие они нежные, прям когда растут. Так. Это тоже такой же пышный. Я несколько тут штучек посажен. Почикал. Мраморное яблоко. Эпипремнум. Господи, название придумали же, не выговоришь. Ладно. Потом я купила такой вот неон. Он у меня пока еще не очень неонистый. Ну, разрастется. Такой лаймово-желтый цвет будет. Здесь парочка. А, вернее, даже я не купила. Это мне Таня подарила. Танечка, привет. Так. Потом я купила вот такой. Он очень похож на Enjoy. Ну, как меня уверяли, что это не Enjoy, а вот так называется. Эпипремнум SP White War Big Leaves. Ну, большие листья. И обещали, что листья у него будут, ну, вот такие. Вот такие. Размером больше, чем ладонь. Ну, посмотрим, как он вырастет. Потом я купила вот такую страшную коряшку. Она, кстати, дорогущая. Такой вот смешной у нее листик корявенький. И тоже он должен быть с белой варигатностью. Вот здесь вот кое-где эта варигатность проглядывает. Вот здесь. Так. Этот называется Эпипремнум SP T02 Variegata. Ну, в общем, в названиях запутаться можно, если не подписывать. Это просто караул. Потом я купила вот такой. Ну, это вообще очень красивый. Ну, это уже погрешности моего ухода. Когда купил, не было этого. Ну, тут, конечно, очень красивые листья. И они будут еще больше. И такие в дырочку. Так, называется он Эпипремнум Пеннатум White Variegated. В общем, название, слова все у всех какие-то похожие. Выглядят по-разному. Листики будут с дырочкой. Ну, вот этот, конечно, очень мне нравится. Очень красивый. Вот. Вот такие у меня эпипремнумы. Вот сколько. Я же не могу на чем-то одном остановиться. Мне надо много-много красоты. Может, даже что-нибудь где-нибудь еще забыла. Ну, найду, потом досниму. Если забыла. Пока вот так.